собственно, по поводу научных комплексов, их передают на баланс вашего управления. В чем смысл этого действия? С момента 2015 года мы провели инвентаризацию всех остановочных комплексов, и оказалось, что большинство этих остановочных комплексов были установлены как бы хаотично, то есть у них не было своего балансодержателя и хозяина. То есть многие были спонсорские, многие там добровольно ставили. И когда возникал вопрос необходимости их обслуживать, покрасить, заменить стекла, соответственно, не было в городе структуры, которая должна была бы профессионально это делать. Поэтому мы в 2015-2016 году провели инвентаризацию, и по итогам инвентаризации было принято решение, что коммунальные предприятия «Одесские КП «Дороги» будут балансодержателем всех существующих остановок, которые мы выявили в ходе инвентаризации, и всех новых остановок, которые будет ставить город. Поэтому Департамент транспорта провел процедуру по закупке и установке остановок. После их принятия технадзора, после всех необходимых процедур, мы эти остановки передаем на баланс КП «Дороги», для того, чтобы уже КП «Дороги» смогли профессионально обслуживать эти остановочные комплексы. И в дальнейшем все остановочные комплексы, которые будут установлены городом, будут обслуживаться этим коммунальным предприятием. Получается, сколько этих комплексов будет введено в город? Все остановочные комплексы, которые сегодня вот мы устанавливаем, это муниципальные остановочные комплексы, и мы их передаем для обслуживания на коммунальное предприятие. А цифры известны? Вот в этом решении, которое сегодня мы рассматривали, сегодня мы передавали на баланс 103 остановочных комплекса. До этого мы передавали также около 100 остановочных комплексов. Ну и в дальнейшем, как я уже говорил, все остановочные комплексы будут обслуживаться одним специально назначенным коммунальным предприятием. Мы сейчас продолжаем такую инвентаризацию. Уже сегодня в Одессе свыше 400 остановочных комплексов. Поэтому мы сейчас занимаемся, в том числе в дальнейшем, будем заниматься заменой старых остановочных комплексов, которые установлены еще в 80-е, в 90-е годы. И кроме того, хочу опять же сказать, что у нас теперь, так как у нас в городе принят архетип остановочного комплекса, соответственно, все остановки у нас будут выглядеть одинаково. Да. Спасибо.